На всякий случай покажу. Вот то, что осталось у меня от перетопки забруса. Вот такой грязный воск. Его уже собрать было очень сложно. Я его отсепарирую от этой всей жижи с помощью солнечной воскотопки. И получится отличный капанец. Сейчас все сложу. И, кстати, это происходит очень быстро. Всю вот эту мерву я поднял повыше. Но я ее уже, может, в ближайший день уберу, эту мерву. С нее уже все стекло практически. Там остались какие-то, может быть, микрочастицы воска. Но я ее не выкидываю, а потом еще на воде с нее остатки воска выжму. Так, ну и вот эту я тоже всю грязюку обязательно сейчас сюда вывалю, прям через край. И закрою. Ну вот, кастрюля моя готова для будущих дел. А здесь у меня отличная закладочка. Примерно на полкилограмма. Будем ждать итогов. Я еще и инвентарь положу, пусть с него воск стечет. Тут тоже так прилично. Ну и заодно он будет почищен. Ну что тут у нас? Солнце давно отвернуло. Вот, воскотопка повернута неправильно. Вот так она должна сейчас стоять. Вон сколько света падает на землю. А мы это вот так уберем. И теперь все это сюда светится. Да, жаль, что меня не было так долго. Но, во всяком случае, инструмент весь чистый. Да, на нем воска нет. Я его уберу сейчас. Его сейчас и взять-то, наверное, будет очень горячо. Нет, он же подстыл. Не такой горячий. Так, ковшечек. Угу. Так, ну и все. Салют. Давайте глядеть. Опачки. Вот такие тут уже, можно сказать, головяшки. Но они еще достаточно восковитые, жесткие. С них еще, может быть, какая-то часть воска сойдет. А вот капанец. Давайте на него посмотрим. Ой, надо будет подымать. Оп-хей. Чем хороши силиконовые вот эти вот ванны. Воск сжимаясь. Надо телефон. Ну ладно. Воск сжимаясь, тянет его за собой. Эту форму. Хопа. Видите как? И без проблем мы его достаем оттуда. Хотя и так бы было все хорошо. Ну треснул, треснул, беда-то какая. Сейчас я его достану. По-хорошему воск не остыл. Вот там осталась какая-то часть воска на ванночке. Ну ничего, в следующий раз заберется. Так, ну а теперь посмотрим. Вот он, кусочек. Здесь не все капанец. Здесь вот еще был срамок воск. Вот примерно сантиметр. А вот это натекло с вот этих вот черных вытопок забрусных. И немножко были еще языки. Последний вот сверху — это языки. Пожарче сегодня было, и оно очень хорошо таяло.